как тебя называть? Я говорю, в смысле, да какой позывной? Ну, я говорю, да я не знаю, по какому критерию вы даете. Говорит, ну как тебя друзья называют? Друзья называют меня Вуха. Сын, я тебе обещаю, я обязательно продолжу твое дело. Чего бы это нам не стоило. Также я тебе потом обещаю, что батальон не разрушится. Ты снимай, блядь. Ну, покажи. Во-первых, здесь обручевая на улице, на карте нет, вот. Если это Карла Маркса, 21, и это еще страна, там, где противник. Сёма забирал людей где-то вот отсюда, вот. Ага. Поэтому говорю, я как будет возможность, я заберу, не подумайте. Но тут не мы, тут нихуя не мы.